Добрый день! Вас приветствует компания Bronco Group. Сегодня мы хотели бы представить наш проект – бизнес-центр Bronco Space. Наш бизнес-центр – это семиэтажный проект класса B+, с уникальным расположением в историческом центре города и запоминающейся архитектурой. Общая площадь бизнес-центра составляет более 38 тысяч квадратных метров. Площадь трех последних этажей, которые были введены в эксплуатацию в начале 2020 года, более 11 тысяч квадратных метров. Bronco Space – уникальный проект с историей. Наш бизнес-центр – это пример качественной реновации бывшего промышленного здания, а именно Невской бумагопредельной мануфактуры, располагающейся на территории, которую сегодня в Санкт-Петербурге занимает предельно-ниточный комбинат имени Кирова. Эта ткацкая фабрика была построена в 1834 году в стиле ранней английской промышленной архитектуры. В 1895 году здание было перестроено с использованием элементов знакового для Петербурга и Европы того времени стиля модерн. Поэтому главной целью при проведении реновации объекта было сохранение выразительной архитектуры, кирпичного декора, декоративных металлических элементов, а главное – широких арочных оконных проемов, предоставляющих уникальные видовые характеристики. Мы гордимся, что в результате работ здание сохранило краснокирпичный облик промышленного объекта XIX века. Сегодня за прочными, почти метровыми кирпичными стенами современное офисное пространство, оборудованное передовыми технологиями и коммуникациями. Сейчас мы находимся на Большеохтинском мосту. Одно из преимуществ бизнес-центра Bronco Space – отличная транспортная доступность. Рядом проходят крупные транспортные магистрали – Синопская набережная, Смольная набережная, Невский и Суворовский проспекты. Стоит отметить, что для арендаторов в бизнес-центре предусмотрена собственная открытая парковка на 150 мест. До ближайшего метро площадь Александра Невского всего 1,5 километра. Московский вокзал расположен в 15 минутах езды на автомобиле, аэропорт Пулково в 35 минутах. Но главное, Bronco Space находится фактически в самом центре политико-административного треугольника, сформированного с одной стороны Смольным, где работает губернатор Санкт-Петербурга, с другой – административно-деловым кварталом Невская ратуша, где расположены органы исполнительной власти города, а с третьей – будущей штаб-квартирой компании «Газпромнефть» на Охте. Сегодня бизнес-центр заполнен на 70%. Продолжается активная экспозиция объекта. Среди крупных арендаторов – межрайонная налоговая служба, центр обслуживания клиентов «Ленэнерго», управление Росреестра, административный корпус МФЦ. В бизнес-центре возможна как аренда отдельного блока площадью от 300 квадратных метров, так и целого этажа. Сегодня базовая арендная ставка составляет 1550 рублей за квадратный метр в месяц. Предоставляются арендные каникулы сроком 1-3 месяца. Планировка верхних этажей выполнена в формате Open Space. Это позволяет организовать пространство индивидуально под каждого арендатора. В свободных офисных помещениях выполнена предчистовая отделка. Для удобства арендаторов компания Bronco Development разработала дизайн-проекты офисных помещений и мест общего пользования, которые могут быть воплощены в жизнь. Bronco Space имеет высокий уровень инженерного оснащения. Бизнес-центр оборудован центральной системой кондиционирования, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а также современной системой пожарной сигнализации и пожаротушения. В здании работают скоростные бесшумные лифты фирмы Коэн, но и своеобразной вишенкой на торте является высота потолков, которая достигает 4,3 метра. Высокие потолки и панорамное остекление наполняют пространство воздухом и светом. Давайте поднимемся наверх и, наконец, своими глазами увидим эти прекрасные виды, которые открываются из окон бизнес-центра и с открытых террас, расположенных на верхних этажах здания. Здесь и панорама Невы, и Большеохтинский мост, и, конечно, Смольный собор. Захватывает дух, не правда? Завершая нашу экскурсию, хотелось бы обратиться к миссии проекта Bronco Space, которая заключается в создании уникального пространства для успеха компании-арендаторов. Мы со своей стороны делаем все для этого возможное. Ждем вас в бизнес-центре Bronco Space.